Чего? Он у меня! Уже давно на моем канале вышло видео о мистической версии Майнкрафта Unfermial 34. В нем я исследовал мир Майнкрафта и нашел очень много странностей, в том числе и странную сущность. В этой версии работает функция мультиплеера. Мы с Ильей решили поиграть вместе на сервере и лучше исследовать эту версию. И нашли мы в ней очень много мистических моментов. Хорошего вечера, ребята, меня зовут New Storyline. Приятного просмотра. Диван, у тебя диван, никнейм меня New Storyline. А! Вот! А, тут биться можно, это ты? Хорошо. Это я тебя ударил. А чё я тебя ударил, да. А чё я на километр отлетел? Да, я заметил, что... Но это я тебя сразу... Я тебя с разбегу ударю, типа, вот так. Твою мать! Скотина! Отстань! Блин, ты... Так, я тут, потому что этот человек звонил. Да меня тут эти, блин, леопарды бешеные, чё они... Какие леопарды? Да они на меня овцы напали, блин, я уже забыл, что здесь овцы бешеные. Чё ты ко мне идёшь, на, блин? Так, падла кусается. Ты где? А вот ты. Да они мне пришли, меня жрут просто тут. По полной программе. Да. Так где паутина? Алло. Вроде камня достаточно. О, рассвет. А как? А как на свое лицо в третьем... В третьем... Ты чё? Чё, представь? Кто меня бьёт, ай, зомби? Чё ты там угораешь? Эндермен прыгнул в озеро, короче, эндермен. На три блока под воду, короче. Это так смешно, короче, было. Я, блин, все пропускаю. Эндермены, блин, тупые просто какие-то. У меня, кстати, эндерпёрл есть. Да тут все тупые, я заметил. А он не работает, это тупой эндерпёрл. И ты землю поставил? Не. А откуда она тогда взялась? Это земля свежая, то есть на ней травы нет. Не знаю даже. Я вроде не ставил. Ладно, это интересно. Хера здесь спруты багнутые. Смотри, ты где? Чё с ними происходит? Лучше их не бить, потому что игра вылетит. А чё они такие особенные, что если их ударить, там побить, то они, ну... Можешь попробовать ударить. Давай попробуем. Уже всё, колбасит. Они просто отжимаются. Ой, приседают, вот. Да. Давай попробуем. Да блин. Чё у меня вылетела игра? Ты же ударил. Я не знаю, видимо, это на всех работает. Капец. Так, я нужно. А не, это овца. Я думал, что это медведь какой-то огромный. Медведь! Ой, а мне сейчас не будет жопа тут вообще, у меня уже еды нет. ХП. Так как дальше мы будем называть? Сначала леопард, потом медведь, а потом. Сзади. Аллигатор. Ладно, надо уже выживать, а то мы просто что-то ходим. Может что-то. Может быть железные вещи сделать даже. О, блин, волк, они. Ой. У тебя тоже пластинка включилась. Звук? Пластинка у тебя тоже включилась. Нет, я ничего не вижу. У меня пластинка 11 играет. Снизу надпись типа появилась, да, или да, звук да. Именно? И звук, и надпись. А у меня ничего не случилось, и ни надпись, и ни звук. Ладно. Да, здесь вроде можно спать. Давай спать. Да, кровать есть, всё. Я спать завтра. Она не рванёт. Завтра в школу. Не, я лёг, она не взорвалась. Чё я не могу спать? Да и зомби меня атаковал сейчас просто. Все, снова. Сейчас мы должны выспаться. Твою мать! Твою мать! Да блин! Чё, как? Откуда не взялись, алё? Да, чё происходит, алё? Сколько их здесь? Я от неожиданности чуть не матернулся сейчас.
Да сколько их здесь-то нападают, скотины? У меня практически... Короче... У меня практически завтра... Овца сзади. Завтра тебя корова, ой, овца. Там просто... Крипер, нет! Отстань! Где? Вот крипер за деревом. Скотина прячется, на, блин. Говно зеленое. Короче, я вкапываюсь в землю. Там просто сколько там... Две овцы, два скелета... Или три просто скелета, два там... скелета появились одновременно на наших кроватях. Они решили нас выгнать. Типа, это наши кровати и пошли нахер отсюда. Вот так да. Вот заработали. Охренели уже. А, нет, ну, давай. А мне твой меч сохранился, короче. О, нормально. Кожа. Шерсть на. Ой, сзади крипер. Где? Только что был крипер, где он? А, вот, там больше появляется. Сука, отстань, скотина. Чё это было вообще? А чё там взорвалось, алё? Чё это было? Че? Эй! В смысле, чё? Чё происходит? Чё? Я на пару секунд, короче, замер на месте, и меня начало что-то бить. Знаешь, я просто не смог убежать, и у меня два сердечка. Во-во-во-во-во-во! То же самое. Да что? Кто меня бьет просто? Что? Какой-то фантомный кактус. Да стоп. Шо? Так это кактус. Странный. А, в смысле невидимый? Ну, фантомный невидимый. Гениально. Капец, я думал мистику уже. Это просто кактус не прогрузился там, я не знаю. А чё? Блин. Чё с лесом? Овцы... Да нет, сгорел, наверное. Да, но это, наверное, скорее всего, последствия пожара, хотя... Что-то как-то они очень странно загорелись. Да, да. Господи, я обосрался от этой овцы. Короче, я не думаю, что пожар так и влияет, потому что, ну, обычно... Огонь вообще не может сжечь блоки дерева некоторые. Ну да. Ну хотя, наверное, это может быть последствия пожара, хотя... Это вроде бы, это... Генерация вроде бы. Да, просто, ну и тоже как-то выглядит сверхъестественно, что ну как-то не, вот, неестественно. Как будто ох, ёптую бы... мать! Чё? Это какой-то глич, короче, у тебя тоже глич? Нет, у меня ничего не было. У меня какой-то вакханалия вообще максимально только что была. Может, ты просто инвентарь открыл? Нет, у меня сейчас глич был, прям всё мигало, короче, текстуры, день-ночь. Всё, оно ещё. А, я тут у меня просто... часы появились, откуда? Чё это? Часы. Да, в инвентаре. И в меню паузы часы. Ну сейчас я скину скрин. Доскать. Чё у меня с кактусом, смотри. Чё у тебя с кактусом? У меня кактус какой-то стал странный. Чё тут? Чё, покажи. Сейчас. Чё это часы какие-то стоят? Тебе тоже... Какие часы? Я здесь скину. Это, походу, у тебя уже... Да, я нихера. Часы так у тебя все, у тебя с текстуры начинают сходить с ума. Что эти текстуры? У меня, короче, какая-то вакханалия началась, полное квантовое разложение Майнкрафта началось. Да. Ну, у тебя что-то начинает жестко происходить. У меня пока ничего, ну, не считая того, что на весь экран вылезла рожа Херабрина со звуком скримера. Ёб твою мать! Ядрён батон! Что про какой нуб... Unknown error, что? Твою мать! Где я вообще? А, вот я. Овцу нахер. Слышь, деревня. Чё? О, где? Вот здесь. Класс. О, ку-ку, кузница. Кузница. Да что у меня? Я не могу... А где сундук? Чё происходит? Кто это? Чё? У меня глич какой-то. У меня всё, блин, повернулось как-то боком. Какой-то глич. Зеленый Стив, иди сюда. А, его не... Он... Чё? Да. Чё происходит? Ау.
У меня какой-то глич сейчас был. Critical error. Короче, да. Не подходи к нему, он... Чё он тут застрял здесь? Опять! Я его убью, и у меня опять эта херня. Ой. А ему... А он вообще пассивный, да? А, я понял, если к нему прям подойти, то он этот глич вызывает, ясно. Да ты, ай, блин, Насиф находился здесь, вот. В смысле, это другой же, новый уже? Чё? Да, это другой стих. Чё он здесь, в смысле, а где первый? Первый исчез, вот второй появился. Чё-то какая-то странная хероборг. Телепортировался. Вот и первый миф, который я увидел своими глазами. Ну чё он бегает по деревне, зелёный Стив? Чё-то какой-то он как-то странная у него какая-то походка. Он там все бегает по деревне. В смысле? Я крипер взорвал просто. Ничего себе, тут опыта сколько у тебя. Он во мне просто появился. Тут бегает как ошалевший зеленый Стив. Да, но он вообще... Вокруг дома. А я где, блин, опять? Не грузи. Да кто? Это яйца ударил. Где? Тебя нет. Да я перед тобой тут. Я не вижу тебя. Да блин. Зеленый Стив ко мне подошел. Чего он появился здесь, скотина? Отстань. Да блин. Мистики что-то нету нифига. Пока что. Ой, я могу себе сделать... Это... Бронежилет. Мы еще, кстати, ни разу этого не находили. Железо. У меня и Гуччи шапка. Потом надо будет делать бабушкины шорты и эти шлепки. Да в смысле, мы же только спали, алё. Опять спать? Да блин. Теперь нужно снова спать. И подвергать. Ты охренел, что ты там взял нам? Так нам спать или нет? Майнкрафт, определись. То вырубает, то вырубает. Дебиоид, не надо со светом играться, кто за электричество потом платить будет. Я пытаюсь забраться, а он не хочет. То меня что-то отталкивало, это фантомный бог. Блин, мне когда фризы какие-то бешеные. У меня когда происходят фризы, мне сразу страшно. Что? Глич был только что. Тебя не было? Нет. У меня, короче, звук резкий и красная хрень, небо красное. Ай, блин, а почему я этого... это, наверное, только у тебя. Наверное, да. Какая-то система странная. Типа, что есть, типа, гличи может у всех быть и не у всех. Откуда он взялся вообще? А ну. Нормально, дядь? Нет, я не буду рисковать. Да чё ты на меня сагрился, говно, умирай. Ну так смешно упал. Там вот да, вот углубление тут есть. А чё? Чё ты? А чё я спалился? Ой, загорелся. Спалился. Спалился. Ой, там какие-то эти твари ходят, шастают. Всё, я сделал портал уже. Так, тебе надо сейчас... Тебе есть кремень? Нету. Да надо найти. Ну вот тут. Гравий. А вот блок гравий здесь. О, давай. Кремень надо. С первой попытки гравий получился. Нормально. Сейчас попробую. Что зажигай, давай. О! Что, пошли? Поехали. Да. Все. Сейчас там, короче, дорога в один конец. А чё меня не тэпяхает? А не, все, у меня тэпнул. Пока у меня все чё? Чё? Нет! Куда я упал? Не. Ты не в бездне, ты просто телепорти. Я тоже обосрался и подумал, что я сейчас сдох. Из-за того, что из-за маленькой прорисовки тут ни хера не видно, вот то, что все черное. Да. Туман этот. Они вообще мирные? Да, они мирные. Ну конечно. В смысле мирные, как это? Ну, свинозомби, видишь, они вообще похер. Я сейчас его сброшу отсюда. На, падай. О! Чего? Чё ты? Твою мать, обстрел! Гаст стреляет снежками? Снежки? Чё за херня? Кстати, эти снежки безвредные, мне вообще пофиг. Они урона не наносят. Орень, сейчас рельнет? Что за церковь? Ешь?
Че за херня, че он снежками стреляет, а не фаерболами? Ух, нифига, в смысле без вреда, они вдамажили меня. На три сердечка, короче. Чё-то странно, чё-то... Меня он чё-то не дамажит этими... Где он? Где-то? Я сейчас его слухаю. А, вот он, вот он, вот он. А, ну вот он, портал, всё. Всё, нормально. Чё тут рельсы? А, там мусор. Это я выкидал. Чё? Ещё один гаст. Оп! Твою мать! Ай! У меня сейчас глич опять был. То чё за фигня? Мне ничего не происходит. Был, короче, глич с красным небом, короче, это так странно. Типа в аду глич с красным небом. Это реально жутко как-то. Чё-то эти снежки меня теперь меня тоже начали дамажить. Это какие-то факелы странные. Эй, блин. А чё, спим? Угу. Да, кстати, у меня тоже огонь как-то странно смотрит. Наконец-то. Ладно. Спасибо, я теперь это буду тоже говорить сейчас. Посру в килами. Монстры достали. Да. Что это было? Это я тебя ударил. А, я думал, это, короче, какая-то фантомная кровать ударила меня. Нихера себе, тут игроков, конечно, отбрасывает. А ну, еще раз. Чё? Что это? Чё? Картина. Смысле, картина заспавнилась в воздухе. Ладно, пусть будет, короче. Ну, с друзьями там всегда будет весело играть. Даже осталось. Чё там куда? Я видел, кто это. Там эндермен какой-то был, ты видел, да? Я знаю, кто это. Опять охереть, я обосрался. Там... А чё ты сам эндермен был? Это а чё? Разноцветный. Чё? А чё это? Чё? Тут земля сейчас коричневая была, она как будто... Как будто земля из другого акацевый биом сейчас был. Вот тут земля была коричневая, сейчас она нормальная. А, ну я знаю этого эндермена, это аномалия 0.90. Появилась на миг аномалия 0.99. Это существо, похожее на эндермена, со странным скином. А это ты же лианы вот эти поставил? Ну, ростки. А чё? Ростки или чё? Ну, лианы. На земле лианы не. Смотри. А чё? Ну подойди. Да ну, что? Ты... Чё это? Оно во мне прям заспавнилось. Да, это... Гениально. Неплохо. Что это? Давайте взорвём это. Давай. Вот, видишь, смотри, вот лианы. Ты их поставил? Нет. Может, это дерево где-то росло? Это. Не знаю, это, не, это так и не должно быть. Ладно. Разрываю. Всё, перчатки, хером. Ой, пирамиды нет. У тебя улыбка появилась. Какие перчатки? Что-то какой-то тесный домик получился, надо еще второй этаж сделать. Да, нормальный, ну второй этаж не помешал бы. Чё? Ён фирмал появился! Turn around. Где? Оглядывайся иногда, говорит он. Вот он у меня! О, здорово. Он на меня согрелся. Чё, поиграем в догонялки? А ну-ка, иди сюда. Хотя, знаешь, он какой-то быстрый, мне кажется, нет? Смотри, он на меня согрелся. А ну попробуй. Попробуй его ударить. А ну, подожди, отойди. Я хочу с ним в догонялки поиграть. Так. Давай. Раз, два, три. А ну, бежи. Поехали. Он добил. Где он? Он завис. Ты чё, даун? Ой-ой-ой, беги. Ну, у него какие-то... Ну, у него какие-то крылья, что ли? Что в дом, короче, в дом, давай. Ну, ты клеишь, конечно, чувак. Блин, ну, не тормози, всё. Это загоняется. Ну, знаешь, он... Да он даун вообще тупой. То есть сюда, в дом давай, в дом. А так, кстати, сейчас я забегу, надо его дурачить. Ну ты лох, конечно, инфирмал. Я думал, ты будешь бегать быстрее. Все, давай. Закрой дверь. Иди нахер.
А где он? Он мне внизу бегает. Он снизу. Вот дебил. Но уда. Слушай, а может поджечь его? У меня же зажигалка есть. Можно попробовать. А ну-ка, так. Ну, скорее всего, ничего не будет. Ох ты фи. А он исчез! А где он? Он исчез. Тьфу ты, блин! Тебя укусил и исчез. Я не знал. В смысле, а он у меня ударил, что ли? Ну, вроде. Так, этот самый, где мистика? Мистика будет, не? Просто у меня этот клич был с этим, с красным небом. Ого, там овца стоит. 20 блоков. Чё, табличка появилась, смотри, ты видел? Где? Вот, внизу, вот. Опа, чё тут написано? Ничего нет. Пустая. Ого. Чё-то новое. Ну вообще произошло очень странное событие. Короче, зашел и воспроизвелся абсолютно тот же глич, что вызывает этот зеленый урод. А-а-а. Я думаю, он где-то появился, что ли. Он, короче, глич воспроизвелся второй раз. Вот и перезашел, и вроде глич это теперь не происходит. Ты, кстати, хочешь прикол? Да, давай. Ну, выйди на улицу. И что? Чего? Что появилось? Текст на табличке. Его раньше не было. Да. Тут раньше пустая табличка была. Сейчас она... Текст SFH, какой-то тут. SFH, что там. Может, какой-то шифр Цезаря. ZVXM, SHFU. Чуть ни хера непонятно. Это даже в текст обычно не сложить нельзя. Нам получилось его расшифровать. Он зашифрован шифрованием Цезаря. Ты пожалеешь. Так, все. Сейчас будем делать это. Сейчас буду делать эту ферму. Пауков. Ёпкаё! Чё? Это у меня глич появился этот. Фир. Страх. Какой? Фир? Да, фир. Тут глич, короче, типа написано страх на всем экране и мигает все. Ну он без никого появился, он просто появился сам по себе и все. Еще один миллиметр был. Я бы свалился в лаву и сдох. Ой, там что-то... Слышь? Короче, надпись какая-то. У меня юнфирму... Или кто это был? Оборачивайся иногда. Написано у меня, да, в чате. У тебя что, появился этот чел? Хрен. Ну не знаю. Обернись ты. Ты обернись. А у тебя есть кто-то? У меня тут стена, ничего нет у меня. А прикол в том, что у меня кто-то появился. Кто? Где? Какой-то черный. У меня какой-то черный чел, и он просто испарился в дыме. Нул или что? Я не знаю. Это, по-моему, нул или войд, я не знаю. Ну, короче, какое-то черное говно у меня испарилось. Случилось. У меня, знаешь, вот когда ты едешь там на лодке или на вагонетке, то у меня то рука, что ли, так смещается немного. Сейчас у меня рука сместилась почему-то. А, да-да, знаю, да. Вот она сейчас сместилась просто потому, что просто, вот, просто так. Чего? В смысле, как? Он у меня, слышишь? Ты где? Сюда, он у меня. Он у меня дома. Сейчас. А тебя ударить можно? Его... Сейчас я приду. Все, он ливнул. Да в смысле, за куда ты охренел? Куда исчез? Алло. Я же не заснял. Он тут у меня он стоял. Что он дропнул табличку или что? Нет, это я стоял. Он, короче, тут стоял, просто вот так вот на меня смотрел. Я бы вроде бы ударил по нему, урон прошелся, он ливнул. Там табличка не обновилась. Давай посмотрим. Хера себе, новый миф. Нет. Для меня он новый. Нихера. Нет, с текстом все нормально. Went up in flames? What? В смысле, ты что, сгорел? Как? Твою мать! Мать твою, что случилось? Ты что сгорел там? Что у меня с домом? А что ты сгорел? В смысле, а что с тобой? У меня дом горит!
В смысле, мне... Мне вещи сгорели. Мне в ча... А чё? Твою мать! У меня вода была, уже нет. Сейчас я возьму воду. Да чё за херня? У меня дом сгорел. Помоги потушить. Сейчас. А-а-а! Да блин, ты задышись. Там вода конченая. Я сейчас вырублю запись и пересмотрю, что произошло. Ой, капец, нормально все. Только я запеканку отошел пожрать. Чё, почему это произошло, кто когда я отошел? Кто? Меня какое-то говно преследует! Чё? Ай! Чувак, выйди на улицу! Быстрее! Сейчас! Я в шахте. Ема! Ты кто, мужик? Меня Ноу преследует, он все превращает в бедрок. Что происходит у тебя там? Отвали от меня, не подходи! Сейчас я... Блин, только отойду на секунду, все, у тебя там сразу какая-то дичь. О, все, до меня где дотронулся ты? Он исчез. Ты где? Нихера! Он, короче, за мной шел и все в бедрок превращал. Че тут за вакханалия? Блин, напердел мне в уши тоже. Так что там, я хотел эту фармилку строить. А я буду восстанавливать свой дом. А, да, после этого, после пожара. Да, молния-то сраная. Че? Хера, блин? Где? Он на секунду тут появился, прям во мне, и исчез. Да в смысле? Да, у меня запись шла, все отлично. Он тут просто появился, посмотрел и исчез, я его даже ударить не успел. Ну че, пауки, давайте, спаунитесь. Может, потолок сделать, увеличить? Можно. Чё? Не бей, сейчас я потолок увеличу, короче. Смотрите, там что там глубоко. Ты тихо. Да все, падай. Да проверь там, глубоко или нет. Не пол хп, лёд. Нет там ничего, всё. Я сдох. Чего произошло? В смысле? В смысле, тут аккаунт этот, 671, стоит. Иди сюда, короче, срочно сюда. У меня клич. Иди сюда, короче, тут аккаунт этот стоит. А чё он здесь стоит? Можно быстрее зайти. Сейчас, давай, Игра, спускайся, давай. Сейчас закрой. Чё мне делали с ним, алё, спасите. Чё у меня с игрой происходит? Иди сюда. Ай. Твою мать. Твою мать. У меня какой-то глич вечный происходит, я захожу, короче, на ёб твою мать, опять не ты. Чё, я не могу зайти? Это записываю, я тебе потом покажу, какая тут дичь просто происходит. Я, в смысле, я сдох от него. Ой, я выйти не могу даже. Можно. Просто главное меню сошло с окончательно. Это просто... Да, короче, я... Вот тут какой-то... А, вот этот появился, текстовый файл. Заткнись. Ну, сок твердый, короче. У меня тут финальный глич. Да, финальный глич. Всё, я произошёл. Ладно, не в норме. Сейчас зайду на... Да сейчас у меня зависло все к херам, я не могу ничего сделать. У меня, короче, глич, я захожу в игру, короче, и у меня сразу глич. Да, глич этот финальный. После этого очень странного события мы решили перезапустить сервер и попытаться опять зайти в игру. Сейчас, всё. Да что ты такое? Блин, сраные пауки не дают мне, блин, пройти туда, сейчас. Кейв, спайдер. Вроде бы он вышел. Ой, сори, я тебя ударил. Только по тебе урон не прошелся, но... Ой!
Майнкрафт там трепуха. Беги, короче, они на меня загрелись. Емат, ну серьезно, емат тут опыта. Сейчас попытаюсь пролезть. Ловушка Джокера. Нет, кусают. Его тут нет, тут твои вещи, мои вещи. Стой. Все-таки да, тут как бы сохранились. Нормально. Сохранилось все. Ты посмотри на меня. Охереть. У тебя просто опыт из башки. Да, у меня просто весь экран опытом был А как, откуда ты вообще впервые узнал о мистических версиях? Я вроде бы... Короче, на каком-то канале, не помню... Ой... У меня глич. Красным небом? Нет, это unknown error. Слышь? А, тут, блядь, это Obsidian, скотина ты! О, это че, NG-303! Они-то, это, блядь, Zero, короче. Ой! Ой, спасите, за мной, короче, за мной эта скотина бежит, короче. А чё мне делать? Он как бешеный за мной бежит. Ой. Кто? Да этот, короче, чел, NG-T Zero. Я, короче, он тебе, короче, весь огород сломал, он дом сломал мне. Какая мразь, мой. А, да все сундуки он поломал, это чё? В смысле? Где смотри, он? Вот я не. Он на улице. О! Он нас закрыл! Подожди! Ой. В смысле, кто? Кого? Да блин! Блин, он меня бьет! Он меня за глич! Опять дебил! Кстати, он в табе, кстати, не отображается. Ну это именно сущность, а не. Игрок, блин! Тебя он тоже убил? Аутит. Нет, я от него пока сбегаю. Но я не знаю, да блин, он меня убил. Пока сбегаю. А, теперь я респаун нажать могу. А, нет, все нажал. У меня, кстати, FPS поднялся, я сейчас могу собрать вещи. У меня вещи не поднимаются. Я не могу поднять вещи, у меня просто все лагает. Какой аутизм, ё-мо. Короче... Это ты стоишь? А, да, это... Чё? А, да, я. Это ты стоишь. Короче, это мне кажется, что нашему миру конец. Да, все, хана. Мой дом есть. Просто... В конце у нас появилось существо, Entity Zero, которое начало превращать все блоки вокруг и в обсидиан. После этого, непонятным образом, мы умерли, и произошел громкий глич, в ходе которого игра вылетела. Эта версия действительно очень багнутая и загадочная. Она содержит еще много всего. Скачать эту версию можно по ссылке в описании. С вами был New Storyline. До скорого.